Розанова, Рождественский, Попов. С такими попутчиками точно не заскучаешь. Теперь в каждом из 9 купе можно приобщиться к прекрасному. «Полет аэроплана» Ольга Розанова написала в 1916 году в стиле авангард. Этот стиль объединяет всех авторов, картинами которых украсили вагон поезда «Жигули». По соседству купе, посвященное Малевичу, «Жизнь в большой гостинице». Эта работа, как и все остальные в вагоне, из коллекции Самарского областного художественного музея. Не подлинники, конечно, а репродукции. Поезд – это, мне кажется, новый способ такого выражения. Музей выходит за пределы своих стен, он двигается вместе со временем, он несет то, что и должен нести музей, вечные ценности, которые, как стук колес, должны перемещаться из прошлого в будущее. Идея объединить искусство и ЖД-пути уникальна, аналогов нет нигде в мире. Это пока только один вагон, который будет курсировать по маршруту Самара-Москва. Но на этом организаторы не собираются останавливаться. План их реализовать проект в двухэтажном поезде. Мария Левина, Григорий Пешаков. События.